С 15 апреля открывается сезон весенней охоты. С 15 апреля по 14 мая у нас разрешена охота на селезней и уток только из укрытия и только с подсадной уткой. С одной подсадной уткой могут охотиться не более двух охотников. Второй срок это у нас с 20 апреля по 29 апреля. Охота 10 дней на гусей, селезней и уток. На селезней и уток можно охотиться из укрытия тоже, но без подсадной утки. 25 апреля начнется охота на боровую дичь. Вальдш на потетерево глухаря, который продлится до 4 мая. Разрешение на охоту можно получить в Сарапульском отделе охотнадзора Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской республики. Улица Горького, 108, здание Сарапульского лесничества. Можно обратиться в МФЦ и написать заявление на оформление разрешения, но забрать готовое можно лишь в отделе охотнадзора. На сегодняшний день выдано 6 разрешений на предстоящий весенний сезон. Кроме того, приказом Минприроды республики обозначены сроки навигации. На Нижнекамске в Камском водохранилище, это Кама и впадающие в нее реки, сезон откроется 6 июня. На остальных водоемах рыбохозяйственного значения 16 июня. До этого действует запрет навигации для маломерных судов, будь то речные прогулки или рыбалка. Маломерным судном является судно, которое в длину не более 20 метров и с пассажироместимостью не более 12 человек. То есть любая резиновая лодка, одноместная, двухместная, любое гребное судно подходит под маломерное судно. На нарушителей сотрудниками Минприроды будет составлен административный протокол. Им грозит штраф.